Доброе утро, дорогие мои друзья! youtube.com Нила Гурзуф. Приветствую вас на своем канале. Ну, сегодня ночью, это ночь, это 24, можно сказать, сентября 2014 год. У нас был очень сильный ветер именно с севера. Вот я как раз показываю, вот облака повисли над горами. И вот горно-лесной массив над Гурзуфом 1,5 километра над уровнем моря. И вот, вот этот сгонный ветер жуткий, северный поток ветра. Обычно нас горы защищают, но сегодня не защитили. Сегодня был очень страшный, жуткий ветер, ураган. Ураган, ночной ураган. И вот побило, как говорится, с деревьев листья посрывало. Вот они, ветки висят на проводах. И вот дальше смотрим дорожку. Вот такие поломанные ветви валяются на дороге прямо. Еще, конечно, службы не приехали, не убрали. Да, жалко деревья, очень жалко. Этим уже деревьям, ну, скажу вам, уже лет, наверное, 50. О, идет машинка. Надо уйти с дорожки. Нет, она сюда не подойдет. Вот видите, пожалуйста, вот он. Свежий, свежий. Сегодня. Ой, как жалко дерево. Дерево, это есть дерево. Тополь. Это тополь. Но тополь является хрупкой культурой. Вот он. Вот он какой большой, огромный. Вот какая силища ветра была. Сегодня. И вот. Вот так его переломало. Стала светочка. Конечно, службы должны побеспокоиться, позаботиться, потому что ствол огромный, толстый, конечно. Тут его надо окультурить теперь, этот тополь. Отпилить, потому что он будет просто болеть. Да, Светик, жалко, жалко. Итак, дорогие мои друзья, отправляемся, конечно, мы по Гурзуфу и смотрим, что еще, где случилось. Конечно, ветер это был сгонный ветер. Вон, сломала. А, ну здесь обрезаны были. Видно, верхушечки или так срезала ветром. Вот, пожалуйста, себе. Что делается? Вот он, один из дворов. Один из дворов. Листья. Да, работы нашим дворникам прибавилось. Каштан. Листья каштана сорвала. Ну, конечно, желтая листва уже у каштана. Вот они, листочки каштановые. А вот у нас деревья, как наклонилось ветром. Сегодня это дерево. Вот это сосна. Итак, дорогие мои друзья, вот, пожалуйста. И опять, вот он, симпатичный наш дождичек. Вторые сутки подряд моросит. Но я вам скажу так, бархатный сезон прекрасный. Это у нас там спортивная площадка. Бархатный сезон прекрасный, хочу вам сказать. И температура воды в море у нас была 22. Вот. Сейчас мы пойдем дальше. Пройдем. А воздух у нас был 25, даже 27, но вчера, конечно, солнышка не было, и температура воздуха у нас где-то была 25-24. Тепло было, потому что даже если был моросящий такой дождь, все равно, вот он и сейчас, я иду снимаю, он такой, куриная слепота. О, сказка какая, дорогие мои, смотрите, впереди как раз... Над горами радуга. Радуга, радуга, радуга.
Смотрите, какая радуга! Вон! Сказка какая! Это радуга, это значит, что будет тепло. Или к дождичку. Да, ну, конечно, мусора хватает. Лужицы вот здесь, как бы детская мини-площадка такая, да? Вот. Ну, по поводу детских площадок, это отдельный разговор. Привет. Радугу смотри. Да, где? Вон она, посмотри на девятиэтажку и на горную лесной, туда иди. Вон, вон туда иди, вон там она. Так, ну вот у нас, конечно, балкончики так оформляют Гурзуфи. И идем дальше вниз. Пока еще у меня время записи есть. Вот я спускаюсь по ступенькам. Вау! Вот это, конечно, сегодня сломало с этой стороны. Жалко-то как, а? Когда деревья ломают, вот ветка висит. Ой, через солнышко показываем. Да, дорогие мои друзья. Вот я спускаюсь сюда вниз. Ну, здесь, конечно, затишье. Тут благодаря, ну, веточки вот сорвало только. Благодаря вот этой девятиэтажке, конечно, это был сегодня защищен. А вон там мои стеклопакеты большие. От потолка до пола, да? Стекла так, давление на них было хорошее ночью. Ну, здесь вот я иду. Вот детская площадка. Ну, по поводу детских площадок я хочу вам сказать, это отдельный разговор по поводу песочниц. И это отдельный разговор. Я буду потом вести дополнительную съемку, потому что этим вопросом давно пора заняться. Да, я показываю вам все вершины деревьев. Вершка сорвала. Ну вот там, вот эту, вот она. Вот она как палочка прямо стоит около фонарика. С правой стороны верхушку у меня сорвала. Жалко дерево. Это хорошие, это хвойные. Они необходимы, они чистят воздух. А, кстати, вот она верхушечка этого хвойного дерева. Жалко-то как, а? Лопатулечка. И какие-то шишечки тут такие прикольненькие. Да, дорогие мои друзья, заходите на мой канал youtube.com Мила Гурзуф. Подписывайтесь, ставьте плюсики и приезжайте в гости к нам в Гурзуф в такой ураган. Нет, это все временное явление. Я вам хочу сказать, вот этот северный поток скоро пройдет и опять будет восточный, юго-восточный ветер, и у нас будет снова тепло. Приезжайте, дорогие друзья, к нам в гости в Гурзуф. Вам очень понравится Гурзуф. К нам люди приезжают по 30, по 50 лет. А кто приезжает первый раз, он просто влюбляется в этот поселок, Богом созданный край. До встречи, дорогие мои друзья!